Бусидо. Путь воина. Том Бертон и Йошихиро Такаяма. Американец Том Бертон – настоящий ветеран ринга. Он приземист, силен и очень агрессивен. Но бусидо требует также большой ловкости. Из последних 7 встреч победой Бертона увенчалась лишь одна. Послужной список. Победил лишь в 3 боях из 12. Йошихиро Такаяма – самый высокий из участников сегодняшней программы. Рост 6 футов 5 дюймов. Но до сих пор ему не удавалось воспользоваться этим преимуществом. Его карьера тоже не блещет победами. Из 9 боев 7 он проиграл. Ну что же, первый бой у нас на повестке дня. Том Бертон против Йошихиро Такаяма. Естественно, что Такаяма мечтает повысить свой рейтинг и пополнить список побед. А вот последние 2 выступления Тома Бертона были несколько вялыми. Но это ветеран ринга и не желает проигрывать подающего надежды новичку. Сегодня Том Бертон и Йошихиро Такаяма имеют возможность показать все, на что способны. Хотя, судя по их послужному списку, способны они, честно говоря, не на очень многое. Ну, судя по всему, Бертон решил не терять времени. Для тех, кто не очень хорошо разбирается в расах, сообщу, что Бертон в красной майке, а Такаяма в черных спортивных трусах. Опять-таки, говорю это для тех, кто не может разобрать, кто из них кто. Хотя, несмотря на то, что мы в начале этого репортажа говорили, что Такаяма значительно выше по росту, Бертон позволил ему все-таки войти в ближний бой. И вот схватил за руку американца, который потянулся за канатом, соответственно, потерял один заветный балл. Рефери останавливает бой. И что же у нас теперь происходит на ринге? Бертон использует единственно верную тактику – это войти в ближний бой со своим соперником. Но Такаяма не так-то прост, как показывает нынешнее развитие вещей. Он в очередной раз кладет Бертона на ринг и пытается сейчас сделать захват руки. Получится у него это или нет, время покажет. Хотя тот самый рост, которым славится Такаяма, может ему в этом помочь. Судя по тому, что сейчас происходит у нас на спортивной площадке, Такаяма ворочает руками и ногами, как ему это заблагорассудится, и ничего Бертон сделать с ним не может. Такаяма даже, судя по всему, несколько озадачен. Очевидно, в перерыве его секунданты подскажут, что надо делать, а может быть, даже поднесут рюмочку-другую саке в качестве допинга. Может быть, это ему поможет. Судя по предыдущему бою, Такаяма немножечко прибавил в весе. По крайней мере, той легкости, которая у него была в предыдущих боях, уже не наблюдается. И вот Бертон великолепно проводит захват ноги. И опять все сводится к ничьей. Рефери в очередной раз останавливает бой. А Такаяма, как мы видим, несколько хромает. Думается мне, что Бертону сейчас нужно использовать вот это вот небольшое физическое недомогание у своего соперника и быстрее входить в ближний бой. Такаяма, естественно, пользуется тем, что руки и ноги у него длиннее раза эдак в 1,5. Не хочет подпускать близко к Бертону, но это не удается. Бертон все-таки делает то, что ему и следовало делать с самого начала. Входит в такой боксерский клинч, в ближний захват и пытается постучать Такаяму. Эх, как это не грубо выглядит, головой о ринг, для того, чтобы немножечко лишить ориентации своего японского соперника. Все это никак не сопоставляется с тем самым бусидо, с путем самурая и теми заповедями, которые проповедует японский вид борьбы. И вот сейчас рекомендую обратить внимание на то, что делает Такаяма. Это захват, как ни странно, пятки, который призван
нанести вред коленному суставу. Вот такой вот мудреный захват, который, собственно говоря, достаточно болезнен для Бертона. Как мы только что видели, в очередной раз Бертон стремится к канату, ему удается схватиться за спасательный круг. Рефери в очередной раз остановил бой, хотя, судя по всему, рефери тоже представитель Азии, и, может быть, он несколько подсуживает своему соотечественнику. Но, опять-таки, обращаясь к тем самым постулатам Бусидо, делать он этого не может. Вот что делает Бертон. Пожалуйста, получи, Такаяма. И, судя по всему, судя, по крайней мере, по счету, который только что был у нас на табло, 15-13 в пользу Бертона, все идет к тому, что Бертон сможет одержать победу, хотя, думается, мне Такаяма, естественно, с этим не согласен. Очередная попытка Такаяма провести болевой прием. Пока Бертон очень успешно обороняется, несмотря на то, что в обычной борьбе, в спортивной борьбе, Такаяме уже давным-давно засчитали бы поражение, поскольку, как видно, лежит он давным-давно на лопатках на ринге. Вот в этих видах единоборства, то, что ты лежишь на спине, ничего не знает. Таким образом, борец может просто-напросто отдыхать, и это разрешается правилами. Вот я бы сейчас на месте Бертона просто-напросто банально укусил бы Такаяму за ногу, и чтобы Такаяма просто постучал бы рукой по рингу и тем самым зафиксировал бы свое поражение. Но нет, Бертон оказался благороден и не стал прибегать к запрещенным приемам. Посмотрим, будет ли столь же благороден Такаяма. Вот это уже какие-то крики пошли из спортивных видов борьбы. Я бы даже сравнил это с женским теннисом, поскольку женщины в первую очередь грешат такими криками в момент выполнения удара. Но все-таки вернемся на ринг. И что-то вот судья, похоже, заинтересовался все-таки тем, что происходит на ринге. А то, кроме того, чтобы останавливать бой, он больше ничем не был замечен. Великолепно сейчас действует Бертон. Великолепно. И вот таким вот приемом, похожим на всплеск рыбы в воде, Бертон уходит от этого захвата. Ну, а Такаяма пытается настучать, извините, Бертона по пятой точке, как нашкодившего ученика, который чем-то провинился перед старшеклассниками. Ну, например, не принес вовремя портфель или не достал списать контрольную работу. Вот смешались в кучу кони, люди, Бертон и Такаяма. Что же происходит на ринге? Судья начал, судя по всему, отсчет. Или это он начал играть с борцами в такие стрелялки, изображая то, что в руке у него находится пистолет. Все, к счастью, борцов разняли. И вот если смотреть на табло, которое только что показывало счет 13-12 в пользу японского атлета, все-таки я знал, что судьи, особенно азиатские судьи, не могут не подыгрывать своим. Все-таки, ну, еще раз подчеркну, что можно посмотреть на рост этого самого японца и понять, что если судья не будет ему подыгрывать и подсуживать, судья, как минимум, может не уехать из этого дворца спорта, из Будакана, поскольку, как известно, самураи, они достаточно решительны. Их сделать вскрытие живота, либо, соответственно, заставить сделать этого самого судью харакири, чем черт не шутит. Пока на ринге происходят взаимные атаки, захваты рук, ног и всего, что попадается под руку, иногда хрустят шейные позвонки. И вот в очередной раз, судя по всему, Такаяма ничего не умеет, кроме того, чтобы захватывать пятку соперника и делать все, что хочет с ногами своего. Вот что-то произошло сейчас на ринге. Да, судья в очередной раз остановил бой и списывает один балл с Такаяма. Очевидно, американец тоже пообещал нелегкую жизнь арбитру. Ну что же, бой продолжается. Думается мне, что основная проблема обоих соперников – полное отсутствие тактики. Каждый использует то, что ему как можно ближе. То есть Такаяма пытается использовать свой рост, молотя руками направо и налево, как мельничными жерновами. А Бертон пытается войти в ближний бой со своим японским конкурентом, и это ему в очередной раз удается. Борьба опять-таки в очередной раз переходит в партер и захват ноги. Да что ж такое, судья в очередной раз не дает провести болевой прием. А, все понятно. Все понятно, действительно. Такаяма схватился за канат, и именно поэтому рефери остановил этот бой. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше.
Такаяма несколько уязвима за своих травм. Не знаю, хронические это травмы или же нет. И сейчас Бертон должен был увеличивать преимущество. Произошло все диаметрально противоположное. Очевидно, у Бертона просто-напросто не хватает техники. И сейчас мы видим именно то, что должен был делать Бертон. Вот сейчас, если Такаяма сядет ему на спину, хана позвоночнику. Но, очевидно, Такаяма решил поиграть в благородство. Как бы это ни сыграло плохую службу японскому атлету. Все, спасительные канаты для Бертона. Посмотрим, сможет ли он подняться. Да, делает это Бертон достаточно легко. Вот смотрим повтор того, что было. Вот он, канат. Спасительный канат. И в очередной раз борьба начинается в центре ринга. Какой-то корявый удар ногой продемонстрировал Такаяма. И получил он то, что делал несколькими минутами ранее. Точно такой же захват ноги. Идет Бертон на болевой прием. Идет Бертон на болевой прием, а Такаяма в очередной раз хватается за канаты. Вот никак я не могу понять, почему же ни тот, ни другой атлет не оттаскивает своего соперника в центр ринга для того, чтобы сделать из него отбивную. Ну а для японца, соответственно, делать некое подобие филе сашими, которое очень и очень популярно в Японии на этих самых островах. Видно, что у Такаямы уже практически не осталось сил, и он ведет весь бой около канатов. Хорошо, он пошел вперед, захват ноги. В принципе, вот этот захват ноги можно показывать бесконечно, поскольку, ну, видно, что с технической оснащенностью не очень-то в порядке, по крайней мере, у Бертона. А Такаяма решил разнообразить все то, чему учили в детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва. И пошел он на совершенно другой захват ноги. Скорее всего, сейчас будет ломаться стопа у Бертона. Сможет ли это сделать Такаяма? Или все-таки пойдет он на какой-то другой прием? Вот, пожалуйста, удар по ушам. Получи! И Такаяма только что выступил в роли эдакого пионер-вожатого, который воспитывает своих подшефных. Как же нужно любить родину. Ну, родина, как стало понятно, у каждого своя. У одного Соединенных Штатов, другого Япония. Что же сейчас происходит на ринге? Вместо того, чтобы провести болевой прием Такаяма, и он сам попадается на болевой от Бертона. Судья в очередной раз показывает пистолетик. И Такаяма что-то кричит, а Бертон потряхивает головой. Но еще бы получить такой ладонью оплеуху, это дорогого стоит. Причем как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Стала более-менее понятна тактика обоих соперников. Бертону сейчас нужно атаковать поврежденную ногу Такаяма. А Такаяма показывает тому, что нога-то у него в полном порядке. И доводит ударом в печень. Неплохо, очки падают. Очки падают, и думается мне, что это может сыграть на руку тому, у кого осталось больше сил. Вот на повторе хорошо видно, что Бертон падает практически уже без сил, а рефери отсчитывает баллы. Ну что же, судя по всему, этот бой вступает в свою кульминацию. И Бертон туго знает свое дело, атакует ту самую поврежденную ногу. Равно как и Такаяма. Такаяма опять лезет к спасительным канатам, и это его спасает. Баллы падают со скоростью звука, со скоростью каждого проведенного приема. Ну почему бы каждому сопернику не выйти в центр ринга и по-мужски, как во дворе в 50-е годы у нас в стране, не побиться эдак стенка на стенку, поскольку размеры каждого позволяют говорить именно о том, что действительно две глыбы сойдутся в центре ринга. Но не хотят они этого делать, и при каждом броске все-таки тянутся к канатам. Вот, пожалуйста, Такаяма делает захват головы. И что сейчас происходит? Судя по всему, сейчас будет присуждена победа по очкам. Голос диктора, по крайней мере, явно об этом указывал. К сожалению, не знаю я японского и не могу перевести дословно, о чем же говорил этот самый диктор на стадионе. Вполне вероятно, он говорил зрителям о том, что буфет в очередной раз открылся, и можно идти и испить рюмочку старого доброго саке. Но, несмотря ни на что, бой у нас продолжается. И выбранная тактика – это единственный залог успеха. Попытался Такаяма провести удар. И что же сейчас будет? Вот, пожалуйста, вам прием, который в детских утренниках называется велосипедик. После этого несколько ударов по позвоночнику локтем. Очевидно, попало не только по позвоночнику, но и по голове. Пожалуйста, пошли уже приемы кетча. Того самого кетча, который так любим и популярен в Соединенных Штатах. Который, в принципе, должен был бы быть более знакомым именно Бертону.
сторону. А у нас очередная попытка Такаяма провести болевой прием. Но, очевидно, он не столь действенен, поскольку Бертон не трогает канаты и пытается сам выкрутиться из этого, скажем, прямо не очень удачного положения. И что же будет делать Такаяма? Такаяма надо, естественно, дожимать соперника. Вот уже оседлал Такаяма Бертона. Дальше пытается в очередной раз дать по ушам американцу. Не знаю я, как все это сочетается с кодексом чести самурая. На, еще раз, на этот раз удар по пузу. И все равно Бертон не реагирует никак. А вот этот захват руки мог бы быть очень опасным, если бы судья не остановил этот бой. Почему, кстати говоря, он это сделал, не очень ясно. Очень хорошо видны обе руки Бертона. И также мы видим, что никаких знаков внимания рефери американец тоже не показывал. Так что инициатива остановки боя исходила не от американца. И Бертон отвечает тем же самым оружием, что и Такаяма. Сразу же видно, что оба борца вспомнили кулачный бой. И это уже больше походит на обычную дворовую драку. Хотя нет, вспомнили они, что занимались в спортивных школах именно борьбой. И начали активно бросаться друг на друга. Рефери, кстати говоря, сейчас было видно, начал проявлять недюжинный интерес к этому поединку. Начал присаживаться. Может быть, потому что японский борец, его земляк, оказался спиной на ковре. Бертон переходит в активное нападение, делает захват руки и опять рефери останавливает бой. Но Такаяма уже, по-моему, очень чувствует себя неуверенно. На нем, по-моему, не осталось ни одного живого места. Рука, нога. И опять-таки призываю Бертона более активно идти вперед, входить в клинч, выражаясь более понятным боксерским языком. И сейчас Бертон делает то, что от него ждут. Я уверен, все американцы проводят болевой прием. Ну что, можно ожидать чистую победу или же рефери в очередной раз остановит бой. Такаяма активно пытается защищаться, но делает это настолько вяло, что у Бертона есть все шансы закончить бой досрочно. Рефери, ну что же делает рефери? Рефери просто списывает баллы и по-отечески так похлопывает своего земляка по плечу. Очевидно, Такаяма обещал рефери после боя неплохой ужин в одном из ресторанчиков в Токио. И Бертону ничего не остается делать, кроме как пообещать накормить рефери гамбургерами. Получится у них сегодня такой дружеский ужин или нет, покажет окончание боя. А Бертон уже делает из Такаямы просто-напросто то, что хочет. Такой тренировочный мешок с песком. Ничего не остается делать Бертону, как бросать Такаяму и Такаяме в очередной раз хвататься за канаты. Сил молодого японского борца уже практически не осталось. Но я бы посмотрел на вас после таких бросков. И Бертон в очередной раз призывает японца подходить ближе. Дескать, подойди, покажу-ка я тебе, что я умею, и напомню Перл-Харбор. Да, сейчас, конечно, не очень к месту упоминания трагедии американского народа, но, тем не менее, удары по ушам японскому атлету следуют один за другим. Такаяма уже просто-напросто без сил, но, тем не менее, находит силы для удара в область паха. И, естественно, Бертону будет сейчас не очень легко выйти из этой ситуации, тем более, что он находится спиной на ринге. Но самое главное, рядом спасительные канаты. Вот болевой прием. Очевидно, я недооценил японца, и у него еще сил-то навалом. Ну, судя по тому, как он выглядит, по крайней мере, его антропометрические данные позволяют ему находить какие-то резервы. Звучит гонг. И рефери сейчас будет разводить борцов по разным углам ринга. Такаяма лежит просто-напросто без сил, а у Бертона такое ощущение, что открылось второе дыхание, несмотря на то, что сейчас Такаяма делал просто-напросто отбивную котлету из своего соперника. Что же происходит на ринге? Рефери поднимает руки обоим спортсменам. Что, ничья? Ничья фиксируется. Вот это довольно-таки странно. И, судя по всему, вот сейчас, очевидно, идет договор о том, чтобы отметить эту самую ничью. Действительно, 4-4, пожалуйста. Табло показывает 4-4. И эта ничья, естественно, добавляет рейтинговых баллов в копилку как одного, так и другого спортсмена. Вот Бертон попрощался со зрителями по-своему, поднял руку, дескать, чао-какао, дорогие друзья японцы. А японец, естественно, как истинный самурай, откланялся на все четыре стороны и отправляется в освояси.
приводить себя в порядок. Думается мне, сделать это ему без помощи своих верных секундантов, помощников, а может быть и гейш. Ну что же, пошли зализывать раны, как тот это другой. А мы ждем следующего боя.